Всем привет, друзья! Сегодня будем говорить о криптопроекте номер один в мире. Прикиньте, номер один в мире, он еще совсем недавно таким не был. Это проект Hamster Combat, он уже давно обогнал Notcoin. На секундочку, ребята, этот проект сейчас занимает второе место по подписчикам в Телеграме в мире, второе место. Вот скоро он уже выйдет на первое место. Просто представьте эти масштабы. В Телеграм канал этого проекта подписывается по 1 000 000 подписчиков в сутки. Друзья, в сутки. Когда такое было? 1 100 000, 1 200 000 в сутки. В общем, хайп вокруг этого проекта, ну, просто невероятный. Я вам уже говорил, да, что я жалею, что не качал Notcoin. Я там сделал несколько постов в телеге, выпустил несколько коротких видео, и мне насыпали, да, 20 тысяч долларов. Мне Notcoin подарил 20 тысяч долларов абсолютно без вложений. И я, ну, не сильно качал этот проект. Ну, по сути, вообще не качал, потому что я мог бы сильно его качнуть, очень сильно качнуть и заработать там, не знаю, 50, 70, 100 тысяч долларов с Notcoin. В общем, Notcoin задал темп, и вот уже у нас новый единорог, проект, который уже опередил Notcoin. Это Hamster Combat. В общем, в этом видео, ребята, я вам расскажу, как каждому из вас заработать на этом проекте, причем гарантированно заработать. Я расскажу, как каждому заработать гарантированно. Ребята, это без вложений, это бесплатно. Ну и также я расскажу, как правильно качать этот проект именно сейчас, потому что сейчас другое время, мы залетаем прям уже в конце, мы залетаем в последний вагон, поэтому качать нужно этот проект агрессивно. В общем, ребята, кто еще каким-то чудом не залетел, первая ссылка в описании. Это тапалка такая же, как Notcoin в Телеграме. В общем, переходите по ссылке, попадаете в Telegram-бот, нажимаете «Начать». И, друзья, что очень важно, вам нужно нажать кнопку «Начать» в один клик. Это очень важно. Вот именно эту кнопку, чтобы получить бонусные монеты. Пропускаете вот все это. И смотрите, вам дадут бонусных 25 тысяч, если у вас премиум аккаунт в Телеграме. А если у вас нету премиум подписки, вам просто дадут 5 тысяч. В общем, нажимаете «Стать SEO». В двух словах, ребята, объясняю идею этого проекта. Здесь вы типа становитесь владельцем биржи, и вам нужно качать биржу. Это просто игра, ребята, это просто игра. Такая же тапалка, как в Notcoin, но что сейчас вам нужно сделать всем? Сейчас уже вот тыкать вообще нет смысла, потому что уже проект на поздней стадии. У всех уже огромные там суммы, все уже очень сильно прокачаны. И вам нужно, чтобы всех догнать, приглашать людей в этот проект. Приглашать людей. Ну вот можете, да, потыкать там, не знаю, первые два дня можете там потыкать ради интереса. Но вам нужно приглашать людей. Поэтому нажимаем вот на «Friends». И вот просто копируем свою ссылку и всем эту ссылку рассылаем. Потому что за одного приглашенного друга, если он тоже будет играть в эту игру, вы можете получить 100 тысяч. 100 тысяч. А вот сколько вы там накликаете, да? Ну, накликаете вы там за день, пускай там 20 тысяч, да? А так вы только 100 тысяч получаете за одного человека. За одного человека 100 тысяч. Плюс там есть бонусы, вы можете получить 5 миллионов на 10-й день. В общем, кликать сейчас вообще бессмысленно, неэффективно. Вместо того, чтобы кликать, потратьте это время, чтобы разослать всем свою реферальную ссылку. Ребята, это очень важно. Только через такой ход сейчас нужно прокачиваться на данном этапе, если вот вы только заходите в проект. Короче, еще раз повторяю. Первое, что вам нужно сделать, это начать приглашать друзей. Нажимаете на «Friends», нажимаете «Пригласить друга», там будет ваша ссылка, можете сразу делиться, либо же вот сразу же нажимаете кнопочку, сразу же копируете. Ребята, скидывайте свое приглашение абсолютно всем. Всем своим контактам в телеге скидывайте. Дайте, я не знаю, своему бате. Дайте своему бате, пусть он своим друзьям на работе там скинет, да. В общем, всем, кому только можно, скидывайте свою ссылку и говорите, чтобы люди тоже своим уже там друзьям кидали свою ссылку. Ну и чтобы они были активными участниками. Чем больше активности, тем больше вы получите, да. Вы можете получить и 200 тысяч за одного человека. И вот так вот вы сможете быстро раскачаться. Вот смотрите, человек за два дня уже сделал какие результаты, да. Пригласил всего лишь 7 человек. Всего лишь 7 человек. Так что еще раз повторяю, вам нужно всем качаться только через приглашение вот сейчас, вот на данном этапе. Теперь второй шаг. Вам нужно выбрать биржу вот здесь. Это все, чтобы вы понимали, для маркетинга. Это ни на что не влияет. Можете выбирать любую биржу. Bybit, OKEX, Binance. Я вот выбрал Bybit. Это вообще ни на что не влияет. Вот вы спрашивали за биржи. Это вообще ни на что не влияет. Теперь идем дальше. Что нужно здесь качать?
вам нужно качать доход в час. Ну, так сказали разработчики. Только доход в час важен. Вот эти вот все монетки, они вообще не важны. Это игровые монетки, за них вам ничего не будут давать. Вам реальных денег за них не дадут. Это всего лишь монеты в игре. Вам нужно качать доход в час. Так что вот нажимаем на «Майн», и вот здесь вам нужно качать вот каждый раздел. Вот, смотрите, прокачиваем все, что в каждой ветке. Вот все, что в ветке «Markets» прокачиваем. Все, что в ветке «PR Team» прокачиваем. Все, что в ветке «Legal» прокачиваем. Все, что в ветке «Specials» тоже прокачиваем. Вот, например, в ветке «Markets». Вот, нажимаем. Прокачиваем. И смотрите, чтобы у вас открывались новые разделы, вот, например, чтобы у вас открылся этот раздел, вам нужно прокачать Hamster Tube до 4 левела. Переходим в PR Team, да, и вот качаем Hamster Tube до 4 левела. В общем, типа мы прокачиваем функционал биржи, да, качаем там соцсети, качаем там лицензии всякие, вот, в ветке Legal, да, дальше вот ветки Markets мы там пары условно качаем, в общем, ну такая вот игра, да, мы вот, мол, прокачиваем биржу, и эта биржа приносит нам доход в час. И теперь, ребята, самый важный момент, вот момент в прокачке, вам нужно смотреть не на вот эту вот прибыль в час, а на внутреннюю, вот нажимаем, да, и вот наша прибыль в час, вот сюда смотрите, вот эта вот прибыль в час, она будет плюсоваться вот сюда. Не вот эта вот прибыль в час добавляется вот сюда, а вот эта внутренняя прибыль в час добавляется вам вот сюда. Но качать нужно прям все. Разработчики говорят, что нужно все качать. Плюс, если вы что-то не прокачаете, вам не откроется новый раздел. Но потом, когда вы уже все прокачаете, конечно же, лучше качать самое эффективное. Вот давайте я перейду в свой аккаунт. Вот, смотрите, когда у меня уже вот все прокачано, я теперь в первую очередь качаю самое эффективное вот в каждой ветке. Вот в этой ветке вот это самое эффективное, да? Вот в ветке, например, Specials, да, вот это самое эффективное, да. Ну, вообще, карточки, да, они самые, как бы, эффективные. И вот видите, на них задержка. Нельзя вот сразу же их быстро прокачать, да, на них есть задержка. Чем выше вот левел карточки, да, тем выше задержка, да. Поэтому в первую очередь я качаю вот их, чтобы вот у меня плюсовалась максимальная прибыль в час. А потом уже качаю вот все остальное. Теперь следующий важный момент. Вот смотрите, в разделе Earn вам каждый день будет начисляться ежедневная награда. Вот, первый день 500, во второй день 1000, да, и вот на 10-й день аж 5 миллионов. Поэтому очень важно не пропускать дни, и вот на 10-й день вы заберете свои 5 миллионов. Теперь следующий очень-очень важный момент. Вот эта вот прибыль в час, она у вас останавливается. Если вы больше 3 часов не заходите вот в игру, прибыль в час у вас не начисляется. Поэтому вам нужно заходить в эту игру каждые 3 часа. А чтобы прибыль вам начислялась ночью, даже когда вы спите, вам нужно отключить экран блокировки, да, чтобы телефон не блокировался. Вот, и тогда вы будете получать прибыль даже ночью. Но я вот сделал еще лучше, запустил эту игру на отдельном телефоне. Он у меня стоит на зарядке. Да, я подхожу, нужно подходить, нужно прокачивать там карточки, прокачивать разделы, там обновлять. Но вот это у меня все на отдельном телефоне, поэтому мне там все начисляется ночью, и, в общем, прибыль я не теряю. Теперь по поводу вот этих вот хомяков. Смотрите, они у вас будут качаться автоматически. Вот вы будете приглашать людей, за людей вам будут начисляться монеты. Нет, и вот эти вот хомяки у вас будут качаться автоматически, вообще за вот этих вот хомяков не парьтесь. Теперь, что касается листинга. Когда будет листинг, когда нам уже будут начислять вот реальные токены, говорят, что листинг будет в конце мая, вот совсем скоро. Но, ребята, я думаю, его перенесут, потому что пошел в проект огромный приток аудитории, да, а листинг нужно делать прямо на максимальном пике аудитории. А сейчас вот идет такой поток людей, да, просто какой-то бешеный поток, ему не видно конца этому потоку. Может, еще проект вырастет, я не знаю, в раза три, прикиньте, еще в раза три вырастет. Поэтому, я думаю, они листинг перенесут. Но за всей вот информацией следите в официальном телеграм-канале. Там вот за всем следите, ничего не пропускайте, ребята, подпишитесь обязательно. Вот, потому что ребята, которые заходили в NoteCoin, да, пропускали вот информацию, теряли монеты, а там говорилось, что нужно делать, чтобы сохранить монеты. Но это вообще другой проект. Это вам не NoteCoin, да, мы там могли не заходить целую неделю в этот проект, а здесь нужно постоянно заходить, нужно здесь поддерживать активность. Короче, друзья, это вот все, что вам нужно знать и понимать на данном этапе. Вот, Hamster Combat — это вам не NoteCoin. Вот, игра NoteCoin уже как бы мертвая, да, потому что они ее использовали только для привлечения аудитории. А вот Hamster Combat они как сделали? Они запустят майнинг после листинга.
Вот эта вот прибыль в час нам будет нужна, чтобы зарабатывать, майнить новые монеты, уже как бы реальные деньги. Вот как они сделали. Потом еще там будет битва кланов, да, это все будет после листинга. Они хотят, чтобы вот игра жила, вот эта игра, она жила. Поэтому еще, я считаю, не поздно залетать. Залетайте, ребята, все сейчас, абсолютно все. Вот прикиньте, если вы все сейчас залетите, как вы бустанете проект. Это же лучше вам, это же лучше вам, чем больше людей, тем лучше. Кто вот это вот все хейтит, ребята, кто вот хейтит эту движуху, я вам так скажу. Это глупо, это глупо. Игнорировать такой проект. Номер один криптопроект в мире по притоку аудитории. Когда такое было? Как можно это игнорировать? Да, это несерьезно, какие-то там хомячки. Что может быть более серьезнее, чем 1 миллион подписчиков в сутки? Назовите мне, что? Что? Глупо проходить мимо, глупо это все игнорировать, поэтому нужно залетать. Неважно, хомячки, не хомячки, какая разница. Я уже говорил, люди устали от всех этих сложных технологических проектов. Решения второго уровня для эфириума, ЗК, ролапы, херапы. Все от этого, ребята, устали. Все вот инвестируют в зеленую лягушку, да. Смотрите. Все пузырь. Все пузырь и все пирамида. Одна пирамида прикрывается технологиями, а одна пирамида образами. Вот у нас лягушка, вот у нас собачка в вязаной шапочке, да, все, это образы. И люди выбирают образ. Какая разница, где людям зарабатывать? Им нужно то, что проще, а не то, что сложно. То, что вот 90% людей, обычных пользователей, не понимают вот в этих всех сложных технологических проектах. Поэтому вот что выбирают люди, вот какой сейчас тренд. Но поймите, все пирамида, все пирамида. Деньги зарабатываются, еще раз, за счет других людей. Теперь давайте, самый важный момент, как всем здесь заработать? Всем, гарантированно. Как гарантированно заработать всем на этом проекте? Зайти сейчас со мной на бесплатном этапе. На бесплатном, внимание, если вы зайдете на платном уже этапе, там 50 на 50, как было с ноткоином. Все, кто со мной зашли в Ноткоин на бесплатном этапе, я еще раз повторяю, на бесплатном, заработали все. Все подписчики, прикиньте, все заработали. Такого никогда не было. Я получил кучу благодарностей, все меня благодарили. Кто-то заработал, да, там $20, кто-то 100, кто-то там 500, кто-то несколько тысяч долларов, но заработали все. Прикиньте, все. Все до единого. Такое хоть раз когда-то было, чтобы все зарабатывали. Ни в одном проекте такого не было. Вот какой Ноткоин задал тренд. И здесь вы тоже все заработаете даже больше, я думаю, чем на ноткоине, если это все будет в долгую. Но если вы зайдете на бесплатном этапе. А кто потерял на ноткоине? Тот, кто зашел уже на платном этапе, на листинге. Если кто-то думает, что вот мы тыкаем на хомячков или на монетки, и так мы зарабатываем. Ребята, это же просто маркетинг. Здесь зарабатываются деньги за счет распространения веры. Чем больше людей в это верит и готовы это покупать, тем больше мы здесь заработаем. Вот и все. Деньги из воздуха не делаются. Как мы все, вот как мы можем все заработать на ноткоине? Кто нам вот эти вот деньги дал? Кто? Да тот, кто готов покупать был этот ноткоин на листинге. Как вот я заработал, да, вот я вывел 8 там, тысяч долларов. Как? Я продал их человеку, который готов был мне эти деньги дать. Понимаете, да? Как вы заработали свои 100, 200, 500 долларов? Вы продали это людям. Тем, которые уже зашли на платной стадии. Заработают ли они, мы не знаем. Если они подождут новых людей, которые будут готовы покупать подороже, заработают. Если не дождутся, не заработают. Поймите еще раз, деньги зарабатываются только за счет других людей. Вот эти вот все токены, которые мы заработаем в этом проекте Hamster Combat, мы будем продавать другим людям. Но нам они достанутся бесплатно. Еще раз, это бесплатно. Мы ничего сюда не вкладываем. А тот, кто говорит, вот я вкладываю сюда свое время. Что ты вкладываешь? Что ты вкладываешь? Какое время? Сколько ты времени проводишь в социальных сетях, листаешь инсту, тикток? Сколько ты времени там проводишь? Сколько ты времени тратишь зря? А тут за вот эту вот игру тебе еще деньги дадут. Ты еще можешь на этом заработать. Ты еще можешь с пользой провести время. Хоть какую-то копеечку заработать.
Так что это реально бесплатно, без вложений. И вы гарантированно заработаете, если войдете сейчас, на бесплатной стадии. Когда нужно просто играть, что-то там прокачивать, это все маркетинг. Поймите, это все маркетинг, это все ерунда полная. Мы просто заходим в проект и ждем, чтобы вера была максимально сильной, чтобы максимально много людей в это все поверило и готовы были за это все платить. Так все работает в этом мире, еще раз поймите. Если вот вы будете понимать, как работают деньги, я уже повторял, у вас не будет проблем. Вот так как я, никто вот об этом не говорит. Никто об этом не говорит. Все об этом говорят какими-то непонятными, завуалированными словами, пудрят просто людям голову. Никто вот прямо не говорит. На трейдинге, на чем мы зарабатываем? За счет других людей. На криптовалюте, за счет других людей. На партнерской программе, за счет других людей. Да везде, за счет других людей. Идете вы в ресторан, платите деньги, да, вы отдаете деньги ресторану. Идете в кинотеатр, вы платите деньги кинотеатру. Чем больше людей у кинотеатра, тем больше он заработает. Также и везде. Чем больше у меня подписчиков, тем больше я заработаю. Везде так все работает. Просто поймите это так все. Опять отхожу от темы. В общем, ребята, залетаем сейчас в этот проект. И если вы больше в него не войдете, да, на платной стадии, больше не будете докидывать свои деньги, главное вовремя остановиться, вы гарантированно, еще раз, гарантированно все заработаете, как все вот со мной заработали на ноткоине, кто уже не покупал ноткоин на листинге. Я не покупал и не буду покупать. Я вот вообще все вот эти проекты хочу сделать бесплатными. Бесплатными. Чтобы вот просто, да, снимать можно было видео и получать за это деньги. Хейтеры, кто меня сейчас хейтит? Поставьте себя на мое место. Вы бы не хотели снять парочку видосов и заработать за это несколько тысяч долларов, несколько десятков тысяч долларов? Не хотели бы? Вот так вот ты снимаешь видео, просто распространяешь информацию об этом проекте, там дальше люди распространяют, и все, и ты на этом зарабатываешь. Вы бы так не хотели? Просто сделать несколько постов или снять видео, да, и на этом заработать. Все бы так хотели. Так что перестаньте хейтить, перестаньте страдать, залетайте, что-то делайте. Чтобы что-то заработать, нужно делать. Смотрите, я время этому уделяю. Я сижу и снимаю видео о каких-то, блин, хомячках, блин, непонятных, пока кто-то над этим смеется. Да мы же деньги с этого делаем, поймите это. Я трачу на это свое время, да, чтобы вот пропиарить игру вот с этими хомячками, да. Но я трачу время, и я за это получаю вознаграждение. Также и вы, чем больше вы потратите времени на приглашение людей, тем больше вы в этом проекте заработаете. Все, точка, ребята. Все ссылочки в описании, следите за мной в открытом телеграм-канале, этот проект публичный, я буду вот все постить в своем открытом телеграм-канале по поводу вот этого проекта, вот всю информацию, не только в закрытом. Кому интересно, добавляйтесь ко мне в закрытый клуб. Вот, смотрите, да, какие результаты, давайте вот на Понке, да, Мемкоин Понке, да, 200 косарей. Проект у меня сейчас на втором месте по прибыльности, вот в процентах, на втором месте, прикиньте, на втором месте после Соланы. Какой-то, блин, мемкоин. Вот, заходили в закрытом клубе по 0.083. И вот, смотрите, какие результаты. Ни один технологический проект мне вот не принес таких вот результатов. Короче, закрытый клуб тоже будет в описании. Ссылка на Hamster Combat, да, как Mortal Kombat, Hamster Combat. Первая ссылка в описании. Залетайте, ребята, все. Все, до новых встреч. Всем пока.